Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, с работами художников. Французский художник Франсуа Бушо родился в 1800 году, а умер в возрасте 42 лет в 1842. Учился изобразительному искусству у Жана Батиста Реньо и Гийома Латьера. Лауреат Римской премии 1824 года, после получения которой 4 года работал в Италии. В 1835 году был награжден орденом почетного легиона. Женат на Франческе Лаблаш, дочери оперного певца Луиджи Лаблаша. Я цитирую переводную Википедию, данных очень мало. Выполнил ряд заказов короля Луи Филиппа, в том числе написал полотно «Второе сражение при Цюрихе», 1837 год. Это полотно помещено в военной галерее Версальского дворца. Как художник известен своими портретами, в числе известных учеников Ипполит Лазерж. Вот все, что мне удалось найти о художнике, французском художнике Франсуа Бушо. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.